Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Елена. Я сейчас буду делать расклад на ближайшую неделю. На каждый день я буду брать по одной карте. Так, что у нас всех ожидает в понедельник? Это карта Сад. Да, это наш социум, наше общество. Побольше нужно выходить в интернет, узнавать какую-то информацию. Если кто-то ищет себе вторую половину, это обязательно нужно делать через интернет. Ну, конечно, если есть возможность выйти сейчас на улицу куда-то, может быть, в парк, садик, тоже есть такой вариант. Если кто-то сейчас хочет решить какие-то в понедельник проблемы с работой, это же также опять нужно делать по интернету, все разрешится. Сейчас, конечно, очень удобно, что по интернету можно решить все свои дела. Понедельник, время такое, провождение в соцсетях. Что нас всех ждет во вторник? Что же нас всех ждет во вторник? Это карта мужчина. Ну, для девочек, конечно, во вторник это их мужчина, конечно. А для мужчин это день нужно посвятить себе, себе любимому, полюбить себя, сделать что-то себе такое приятное. В общем, даже очень замечательно. А что нас всех ожидает в среду? Ну, это же как выходят карты. Это женский день, среда. Девочки должны заняться собой обязательно. А если смотрят меня мужчины, то у этого мужчины в среду будет любимая женщина. Ну, либо какая-то родная женщина. Что нас ожидает всех в четверг? Это карта звезды. Многие будут мечтать, строить какие-то планы на будущее. Очень прекрасно, радует это. Сейчас нужно отвлекаться от проблем и строить планы, что когда все закончится, все плохое останется в прошлом. Мечты будут сбываться, но для этого нужно будет действовать. Четверг – день для мечты. А что нас всех ожидает в пятницу? В пятницу нас ожидает... Это карта корабль. Это, конечно, какая-то поездка. Но это сейчас в наше время мало актуально. Кто, конечно, может передвигаться как-то что-то, то в пятницу этот человек, конечно же, будет совершать какое-то передвижение. Но для многих эта карта означает какие-то перемены. Что-то именно в пятницу произойдет новое в его жизни. Что нас ожидает всех в субботу? Это карта Луна. Это, конечно, во-первых, это женская такая карта, это карта интуиции. Девочки будут такие очень-очень чуткие. Девочки, обязательно в субботу действуйте интуитивно. Ваша интуиция вас не подведет. А для мужчин это, конечно же, нужно стремиться к своей женщине. И что у нас будет в воскресенье? Эта карта сердца радует. Это любовь к близкому человеку, это любовь к себе, это любовь к родителям, любовь к детям, любовь к самым близким, дорогим людям. Очень прекрасно, родственная такая карта, родственный день проводить с любимыми, родными людьми. Всем желаю самого доброго, хорошего. С вами была Елена. До свидания.